Всем привет! Сегодня ремонт у нас продолжается, но животные хотят кушать. Сегодня убралась, сделала генеральную у хомяков, не снимали. Сделала генеральную у попугая, тоже не снимали. Накормила улиток, убралась. Но вот дошла очередь до эублефаров. Их кормить хочешь? Ну да, их покормить надо. Их пришла очередь кормить. У тебя такие эти интересные, как их называют, контейнеры. Обычные пищевые. Пищевые. Да. В ленте продаются. Угу. Дырки, ну смотри, какие. Ну, дырки-то сама сделала. Угу. Все понятно. Так, сверчки. Покажи сверчков. Засыпала кальция. Сейчас буду кормить, этот дьявол уже охотится. На. Когда ты их последний раз кормила? Ну, я их кормлю 3-5 дней. То есть, каждые 3-5 дней я их кормлю. Все зависит от того, сколько покушают, как поедят, как хотят, видишь? Не хочет, да? Ну, не особо сейчас. То есть все зависит от этого. Кормлю с пинцета. Ну, в принципе, они берут спокойно корм с этого. С рук его лучше не кормить, потому что он кусается, это я знаю. Так его никогда с рук не кормили. Смотри, он не голодный, походу. Видишь, он нет, облизывается, хочет. Ну давай уже. Кекс. Ла. Тут рука, скажи. Так, что-то он там заприметил. Такой взгляд вообще. Зачем ты? На. Да брось уже, если захочет съесть. Пойдем девочку покормим. Сейчас подожди, я хочу посмотреть. Он облизывается, смотри, и смотрит на нее. Съест, не съест. Давай, кекс. Давай, кушай. А он лежит, смотри. Он просто язычком берет, лежит. А есть не хочет. Не хочет он? Нифига себе, я не думал, что они отказываются. От еды. Тихо, без меня тут. Уже дали. Кому-то. Она простила. Уже кому-то дали без меня. Подальше. Сюда ее поверни ко мне. Ух ты! О, вот это голодная. А кекс тот здоровый не ест. От папы подальше, пожалуйста. Ну, возьми вон стульчик, иди сядь на стульчик и смотри на стульчик. А то я от мамы заболел. Сейчас так еще. Ты еще и кашляешь на нее, прямо она к тебе мастится. Ну. Оба-на. Она, ничего себе. Это девочка, да? Да, это девочка. Уши, смотри, какие интересные, такие дырки просто, и все. Хорошо, бери правой рукой, возьми. Ну, сейчас доча покормит. Надо было не так. Бабах. Надо побольше оставлять, ты не очень удобно голову. Надо за хвостик брать. Что ты туда отвернулась? Повернись к нам. Давай. Видишь, как у пеликана надувается зуб. Ага. А у нее нет? Не хочет в камеру.
смотреть. Стесняется. Скажи, а то у меня ноги из пасти лезут. Ням-ням-ням. А кекс, смотри, куда полез. Полез во влажную камеру. И не стал есть, короче. Он спать полез? Нет, он, ну, не знаю. Может, а сколько они живут вообще? Муж у нас уже старый. Ага, год ему. Какой он старый? Полтора. Сколько они живут? А, два будет. Вот. Ну, живут, я не знаю, точнее, наверное, до 15. Смотри, какие условия. Короче, как кошка. Не под это самое. Не хочет он, не хочет, смотри. Е-мое. С ним поиграть надо было, да? Да, ага, поиграть. Залез в свое убежище. Этого не хочет. Может быть, этот пахнет чем-нибудь не тем, чем надо. Не сверчком. Смотри, будешь смотреть? Да. О, блин, пропустил все. Пропустил все вещи? Ну да, Алисе пускай она покормит. Бабу накормила как. На, держи. Давай, давай, Алиса. Давай, давай, давай. Ты ближе сюда к камере. Тихо. Ты тихо. Так вот надо. Ты ешь, ей неудобно даешь. Бери. Она не кусается. Точно. Точно. Ну ты головку вот так вот. На, другой рукой бери. Ты же умеешь кормить. Ты же кормила, когда они маленькие были. Малышей кормишь. Вот они маленькие. Опс. Зачем ты забираешься? Я хотела, чтобы в камеру было. Это такая реакция, наверное. Она головой чик, Алиса руку дергает. А это что? Смотри, облизывается какой. О, кексика, еще попробовать, да? Надо дать. Что-то ты, парень, застеснялся сегодня. А, вон того, который, ты говоришь, не тем пахнет, девочки ждала. Да, все тем. На. 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 Ты будешь? Тебе уже пища сама в рот лезет. В общем, не хочет. Сейчас положу на ночь. Если съест, так-то они ночные жители. Если съест, то съест. Нет, значит, завтра выкину. Да много ты не ложи. Ну, они съедают по-разному. То есть штук 10 больших сверчков им хватает дней на 5. Если штук 5-6 покушали плохо, то есть, то дня на 3. Переваривать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это сюда его поверни, свечки. Он сейчас развернется. Не хочет он разворачиваться. Нам тоже уже кушать. Тоже все лизать начала. Ну, все наелись. Тоже наелись, да? Да, смотри, вот у него стоит туалет, куда он ходит, в туалет. Влажная камера, но у него и здесь влажно, и водичка. А у девочки вот тут сухое укрытие. Подожди, перееду. Сухое укрытие, здесь нету. Все? Угу. Здесь нету влажности. Опа, съела, скажи правильно. Не хочу я на съемку. Скажи, что вот это мне? Фотомодель. Так, 1, 2. И водичка тоже, да? Да, водичка у всех. 3, 4. По привычке много набираю. Не, ну они бывают и штук 15 съедают тоже. Смотря какие голодные, не голодные. А вырастают они до каких размеров? Ну все, это уже взрослые у нас. Да. Сколько мы замеряли вон кекс? Это 23, да, по-моему? Девочка 19, 19. Но у нее хвоста нет, откушенный, видишь? Да. Отрос, ну такой прикольный, красивенький хвостик, да, стал? Такой прям. Угу. Вот она у нас вообще спокойная. То есть она даже при кормежке ее спокойно можно на руки взять. Она не страшная. Не вижу ее. Вниз,
Спокойно, видишь, она такая вот. Не страшно, что она может хватануть. А вот мальчика на ночь. Если не съедят за ночь, то завтра уберу с утра, проснусь, чтобы не пропали сверчки, потому что чтобы не наелись ни того, чего надо. Закрываем их. И у меня там специальный термошнур. Сейчас поставлю на термошнур. Будут греть свои пузики. Ну и, конечно, для нашей Асеньки сейчас, подождите минуточку. Сейчас ее позову. Опа. Все свои инструменты составлю. Сейчас унесу. Ась, иди сюда. Иди сюда. Давай, иди сюда. У нас одна Ася не расчесана. Иди сюда. Не расчесанная, скажи я. Не расчесанная, накормленная, но не расчесанная. Купила ей вот такую штучку. Ася у нас будет есть крокодила. Что это такое? Это для чистки зубов. А-а-а. Дала ей понюхать, ей вроде понравилось. У нас еще есть такая вот косточка. Принеси косточку. Какая? Ну, тоже для а зубов. Где она? Вот. Есть вот такая косточка. Косточек было две в наборе. Косточка ей что-то не понравилась. О, Ась. Да ты посмотри, что. Понравилось, что ли? Оба-оба, крокодил. Где крокодил? Ты посмотри, что. Настоящий пес с костью. Да и крокодильчик. Ну, то и другое. Настоящий пес с костью. Ну вот, хотели дать крокодила тебе. Отдадим косточку. Всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Все, кость падает. Все, пока-пока. Пока-пока.